Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі, Амангелді Джахин, оргкомитет оппозиционной политической партии «Алға Қазақстан». Уважаемые друзья, мы члены оргкомитета, а также участники инициативной группы по созданию оппозиционной политической партии «Алға Қазақстан» 12 октября этого года в третий раз подавали Министерству юстиции уведомление о регистрации нашей партии. Но в очередной раз получили отказ. В отказе говорилось, что данные в списках инициативной группы не соответствуют статье 8 закона о политических партиях. Но в чем именно заключается это несоответствие, нам не объяснили. Последний раз наш список состоял из 2150 человек. Но заявки с видеоподтверждением от желающих вступить в инициативную группу нашей партии поступают до сих пор. Поэтому 26 октября в 11 дня мы, оргкомитет партии «Алга Казахстан», с еще большим списком инициативной группы в очередной раз подадим документы на регистрацию. Приглашаем всех участников инициативной группы поддержать нас в этот день. Не у всех, конечно, есть возможность приехать в Астану и присоединиться к нам. Но это можно сделать, собравшись 26 октября, также в 11 дня, у департаментов юстиции в своих областных центрах. В связи с этим призываем наших сторонников выходить с нами на связь, создавать чаты WhatsApp и Telegram, где со своими единомышленниками можно будет обсуждать наши дальнейшие действия и планы по достижению поставленной цели. Добиться результатов можно лишь тогда, когда будет нас очень много. И только тогда вместе мы построим богатую процветающую страну. По всем вопросам пишите нам Telegram по юзернеймам, приведенные ниже. Алга Казахстан!